Всем привет, с вами Крис и Тома. Привет. И мы начинаем третью серию нашего, так сказать, новогоднего прохождения Майнкрафта на, точнее говоря, на Новый год, да. На тематику Adventure Time. Adventure Time, да, времени приключений. И если первая серия у нас была экскурсия по дому, вторая подготовка к приключениям, то третья, наконец, приключения. Хотя, мне кажется, первые две серии, да, у нас тоже были приключения, потому что... У нас все как-то... Да, так, мы все забрали. Очень все, весело. Все, что хотели с собой взять. И отправимся куда-нибудь, к какой-нибудь локации. Да, там дверь, кто-то... Дверь только не забудем закрыть. Тут кто-то... Здесь может что-нибудь вырастет. Пыхтит. Так, ну что, конфетное королевство, конечно же, да, вон там. Вдали виднеется. Правда? Да, да, там где розовое все. О, смотри, он спрятался. Зараз такая. Зараз такая. Вот они, приключения. До встречи, приключения. Что из него выпадает, кроме опыта? Кости. Окей. Эти самые палки. Иди вперед, я с тобой пойду. Ты у нас этот проводник. Так мясо будем по пути добывать? Хрю-хрю. У тебя уголь с собой есть или что? А, у меня есть с собой, нет, уголь я весь на этот самый спустила. Но можно на деревьях, ну, ладно, жарить. На деревьях жарить, да, конечно. Шашлычки делать на палочках, знаешь, такие. И здесь куча розовых деревьев. Ей, розовые деревья. А это что такое? Кованая корова, отлично. Грибочки. Не можно кататься? Не, на коровах вроде... Не, можно как-то? Ну ладно. Итак, это не варенье. Это не варенье? Это лава. Какая. То есть нам пойдем надо... вдоль, пойдем вдоль, поищем вход. Думаешь, у них есть вход? Да, я думаю, у них есть вход. А мне казалось, они это самое, знаешь, там от зомби. Ну где-то у них охраняются. Ну, тут уже зимнее, кажется. Вдали-то? Да не, обычно. Не, вот, а, это вода. Собственно, вход. Так, ну чё, я предлагаю прямо из земли построить этот самый. Ну да, дерево-то загорится, наверное. Ну, камень жалко, дерево загорится. Засыплем просто. Ну и я это сделаю. У них тут локация. Давай, делай. Ну, надеяться, это произойдет быстро. И на нас никто не нападет. Каменный топор. Зачем я землю выкидывал перед походом? Не знаю, зачем ты выкидывал землю перед походом. Земля лишней не бывает. Каменная лопата. Лестницы в небо строить, все такое. Неплохо. Я возьму себе немного дерева, что у меня дерева нет. Так. Земля. В иллюминаторе. Так. Значит, мостик надо какой-нибудь построить, да? Ну что ж, земля действительно не горит. Вот этот поворот, да? Да, дерево бы горело. Как-то промахиваюсь еще. Мы тут песочком засыпаем, короче. Береза. Чё, как? Ну чё, я все засыпал, но здесь у входа тоже, так что продолжаю. Ничего себе, у них какая-то система охранная. Здесь какое-то бедствие стихийное произошло. Вон там земля. Как думаешь, извержение вулкана в центре дворца? Все превратились в зомби? Да, там бубульгом нахимичило в итоге что-то. Не, ну я помню, как все были зомби. Во второй или в третьей серии, или даже где-то в самом начале, но... Вулкан-то откуда? Ну, она там что-то химичила и нахимичила. О, земля уже начинает зарастать травой. Окей, я заодно избавился от земли. Что у нас здесь? Деревня! Сказал я и сразу достал меч. Да я тоже такая... О, снова свинья стоит. Это все, кто здесь живет? Свиньи и коровы? Можно сразу шашлыки-машлыки делать. Я не знаю, можно... Да, прям сталкивай их в эту самую главу, да? Нет, вы шашлык. Ну, я наконец-то начал чувствовать голод. Да? От копания, да. О, смотри, кровать, можем поспать до утра, хотя уже день. Так, здесь есть верстак и, если что, две кровати. Какой-то дом зашел. Хорошо, давай. Я тоже в дом зашел. Где Нет, ты? Я спрашиваю, в какой ты дом зашел? Я вижу тебя. Я сзади.
Хорошо, вот, все, давай вместе ходить. Давай. Куда ты там кровати нашел? Нет, ты как я кровати нашел, показал. Тебя больше просили Майнкрафт, ты ходи. Где кровати? Ну, в любом доме, наверное. Вот в этом, да. Вот, где кровать, открыта печь, дверь, да. Я нашел две кровати и верстак. Где все люди? Пойдем в замок. Может быть, в замке все люди? Да, вот, кстати, вулкан. Или что-то типа того. Замок, как вот. Подожди, давай замок? Вот в этот большой дом зайдем. Он какой-то. Что из этого ты считаешь замком? Больше, чем обычный. Там, где вулкан. О, смотри, какая-то. Загон? Тут зачарованные книги. Я закрою. Я вижу большой сундук. Большой пустой сундук. Вот тут это столик зачарования. Так вот у нас ничего нет. Верстак, наковальня. И кровать двойная. Ой, смотри, тут двойная кровать. И загон. Ну, короче, вот запомни, что в этом доме можно переночевать и даже что-нибудь поделать. Ну, можно поставить на нем факел, там, я не знаю, или знак. Точно, давай. Вот это уже сделали. Я не там постоял. Да? Ну, тогда снять факел, я не знаю. Да ладно, пускай. Поставить тройной факел. Вот так. Написать букву. Да, на двери написать. Ха-ха-ха. Где-то зомби. Тихий. Ладно, пошли дальше. Куда ты хочешь? Ну, вот прямо куда. Давай большие дома смотреть. Давай по улице просто пройдем. Да. Ну, в маленьких домах, понятно, ничего интересного. А вот в больших домах зайдем, посмотрим. Большие кровати, мы поняли. Не, ну, может, тут еще что-нибудь интересное. Факел. Например, паук. Например, пустые сундуки. Да, пустые сундуки. Как я угадал? Больше пустых сундуков. Кровать. Ой, смотри-ка, здесь второй этаж есть. И даже двери. Это паук. Там больше кровати. И на каждой кровати пижама Фина лежит. Текстура, потому что. Да. Забавно. Все пользуются спальными мешками. Хостель. Как Фин. Хостель. Лестница продолжает странно себя вести. Ну, ладненько. Внимание, вопрос, в какую сторону мы шли, откуда мы пришли? Мы шли, она была слева, вот мы сюда шли. Пошли за мной. Окей. Люди! Вы должны тут быть. Точно? Я думаю, да. Эти деревенские жители или кто-то? Да, ну кто-то что-то в деревне. Типа. Короче, тут тоже печки всякие. Окей, ладно. Вот, башня. Вверх. Где башня? О. Может, тут вход какой-нибудь есть? Да, давай попробуем найти вход в дворец. Ну, смотри, башня, она соединяется вроде с ботинком. Ну, с... Ты думаешь, там лестница? Ну, почему нет? А может просто войти во дворец вот здесь вот? Вот. Я не знаю, конечно, не так интересно. И, собственно, тронный зал. Через башню. Там будет этот самый, как это, железный трон? Ага, там будет сидеть Лемонграф и орать не приемлю. В общем, не Серсея сразу. А, кстати, знаешь, почему, может, голод... Все, я захватываю власть. Кто первый зашел, того и трон. Та-дам! Да. Вон. На колени, да? Кнопочки. Все. А из чего, как думаешь, сделаем замок? Не знаю, из шерсти, судя по цветам. Красная плитка, нет, это... Красная плитка, а что за плитка, интересно? Очевидно, это что-то, из чего можно строить, но нельзя из него делать оружие каменное. А можно обратно положить? Конечно. Сначала сломала, скажи, что съела эти леденцы, да? Так это естественное желание. Раз, все как было, ничего не было. Да, конечно. Мы просто зашли, посидели на троне и ушли. Давай лучше посмотрим, что еще есть. Да, давай. Например, поднимемся вот по этой лестнице, которую я нашел за первой же дверью. Не выбегай вперед, я медленно иду. У меня лапки. Ну-ну. У меня были лапки, я не помню.
Она вообще была как китайский дракон. Вот и я говорю, по-моему, у нее были лапки хоть, в принципе. Помню. Мутант. Мутант. Да, что ты там говорила, что похоже на Inspiration, да? Да, капает вот это красное, розовое с зеленым. У меня уж в Inspiration тоже зеленые накопытники. Боже, у меня уже голова закружилась. Винтовая лестница. Мы уже почти наверху. Слишком винтовая. Вот, и смотришь. И здесь дальше еще одна винтовая лестница, которая ведет выше. Жизнь, боль. А дальше еще одна лестница, но не винтовая. А, не, погоди, погоди, винтовая тоже есть, все в порядке. Поднимаемся выше. Я чувствую себя Фродо. Мы лезем на карамельный вулкан. Или типа того. Вот, кстати, очень новогодняя. Кому туда скидывать? Очень новогодняя локация, смотрите, да, карамельные тросточки сплошные. Смотри-ка, я нашел. Что это? Куда ты гигантский пошел? Диван? Ну, в одной из дверей. Тут какая-то гигантская кровать и украшение. Это как-то очень странно. А, и туалет. Ванну нашел, короче. А я вышла на улицу как раз-таки. Да? Где? Что-то я заблудился уже. Ну, вот я вот тут. Все, мы потерялись. Где я? Я, если что, поднялась вот по розовой винтовой лестнице. Вот по этой? Они все одинаковые. Нет. После большой лестницы была одна маленькая винтовая, и выше я не поднималась. Во, я поднялся по лестнице, короче, которая лестница. И здесь очень странное место с балкончиками, смотри. Куда мы дальше пойдем в следующей серии? Может быть, в ледяное? Ну, посмотрим. Во. Я, ну, может быть, не на самой вершине. Но отсюда уже много чего видно. Пожалуй, я поднимусь на самый верх. Здесь где-то еще был подъем. Вот. Да что ж такое? Так. Неужели все? Да, все, я могу обратиться с балкона к своим подданным, потому что, как ты помнишь, теперь я король. И мне кажется, здесь еще подъем наверх есть. Но я не уверен, что я туда смогу забраться. Да, в принципе, мне достаточно уже. Я не могу по лестнице подняться. Слушай, лестница должна снизу начинаться. Все, я нашел, откуда здесь течет. Ну, по крайней мере, я вижу сверху, что? Я говорю, лестница же должна с самого низа начинаться, чтобы по ней можно было лезть. Нет, ты можешь подпрыгнуть. Прикинь! Е-е-е-ей! Ой-ой. Короче, я на башне. А тут ничего интересного. Вот я лезла. Я предлагаю спуститься и пойти куда-нибудь дальше. Хорошо, давай. И спуститься самым естественным образом. Прыгнуть в лаву? Ты возле дома отреспаунишься. Ты возле дома отреспаунишься. Да, я понимаю, поздно я соскользнул, но я жив. Я, пожалуй, поем, чтобы вылечиться. Короче, в том подъеме наверх, который был у меня, ничего интересного наверху не было. Да, у меня тут тоже были прикольные лесенки, башенки, но в целом... Ничего сверхъестественного. Зато я нашел вот, собственно, место, откуда течет лава. Вот оно. Короче, тут подъемов, на самом деле, и в каждой штуке по штуке. Ты не прыгай в лаву. В порядке, я поел, вылечился. Так, ну что же, если не прыгать в лаву, то я должен прыгнуть рядом с лавой, да? Так все равно можно. Я даже выживаю, представляешь? Ну ты вообще... Вообще паркур. Мозг не задет. Спасибо. Так, ну что, куда дальше пойдем? Ну, давай города исследуем. Ну, в плане, в какое следующее королевство пойдем? Ледяное? Ну, там посмотрим, можно в ледяное сходить. Что-то дальше я чувствую, я спущусь очень быстро и насмерть. Куда глаза глядят, пойдем дальше. Так, тут, по-моему, лава течет не с одного конца, поэтому... У меня такое ощущение, что я спускаюсь по той самой башенке, по которой я говорила. Серьезно. Это будет забавно, если именно она. Ой. И я наконец помер. Я плохо приземлился. Так что возродился я около дома. Поздравь меня. Ну что, может... Сейчас, подожди.
Да, я реально спускалась по той башне, про которую говорила. Молодец. Чтоб ты здорова. А, может, хватит по башням ходить и пойдем куда-нибудь в другое место? Я вот уже дома возродился. Мне к тебе присоединиться. Ну, если ты зайдешь в лаву, то да, присоединишься. Эй-кей-кей! А кто на тебя нападает? Плюх. Нажми возродиться, скелеты. Пожалуйста. Кто на меня нападает? Ну что ж, на этом мы будем заканчивать третью серию, да? Дальше мы пойдем, очевидно, в ледяное королевство. Да, будем сосульки там искать. Сосульки искать? Сосульки, ну, искать, мы найдем много сосулек. Но после лавы-то оно в тему, да? Да. Да, вот, так что, если что, смотрите ссылочки в описании, подписывайтесь на каналы на наши, если вы этого еще не сделали, смотрите ссылку на наш канал на Твиче, где будут стримы, где всегда есть стримы, в принципе. Да, вот, и увидимся в продолжении, да? Да. С вами были Крис и Тома, пока. Пока.